Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Советское кино всегда радовало зрителей обилием мастеров эпизодических ролей. Николай Парфенов – один из них. Мужчина запомнился зрителям более чем 130 ролями в кинофильмах, потрясающая работоспособность. Что интересно, во время обучения в театральном преподаватели не особо верили в актерский талант Николая. Однако, несмотря ни на что, мужчина смог добиться признания у зрителей. Фразы, произнесенные персонажами Николая, вмиг становились крылатыми и уходили в народ. Старшее поколение наверняка помнит его по небольшим ролям в киножурнале «Фитиль». Близко знавшие артиста люди говорили о нем как о человеке добром и общительном. Личная жизнь Парфенова складывалась также весьма неплохо. Несмотря на неудачный первый брак с актрисой Ольгой Васильевой, свое семейное счастье мужчина нашел в браке с простым бухгалтером Ларисой. От брака с Ольгой у актера осталась дочь Ирина, с которой он всегда поддерживает хорошие отношения. С Ларисой они прожили в браке долгих 47 лет. Николай не побоялся взять Ларису в жены, несмотря на то, что у нее было двое детей. Последние дни своей жизни некогда известный актер доживал в доме престарелых. Друзья, а какая из ролей Николая Ивановича запомнилась вам больше всего? Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!